Дамы и господа, наше юное путешественники, добро пожаловать в Оман. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Шалалау. Местное время 14 часов 5 минут. Разница во времени между Москвой и Шалалау 1 час. Температура воздуха в районе аэропорта плюс 30 градусов Цельсия. Всем привет! Я вас всех рад видеть, слышать, как мы находимся, угадаете где, ни за что не угадаете по этому видео. Это город Шалалау, что находится в Омане. Ну вот, прибывают уже тут русские туристы, самолет прилетел, все выходят, но все это медленно и долго. Ну, автобусы тут ждут туристов, полицейская машина. Так. Там горы, да? Вот. Ну так вот немножко. Облачно, но духота, конечно, жестокая. Попадаешь в баню, зима почти в Москве, когда я улетал, а здесь плюс 30 примерно. Вот, ну и путь мы начнем вот отсюда. Сразу хочется сказать о валюте, которая здесь используется. Это оманский риал. За один оманский риал нужно будет выложить где-то 173 рубля. То есть доллары и евро здесь не канают. То есть нет, конечно, вы их можете здесь менять, за них что-то покупать, но оманский риал — это очень дорогая валюта. И клали, в общем, они все на эти доллары, которые весь мир так очень любит. Вот, соответственно, цены здесь очень-очень будут серьезные, но для местных жителей они нормальные. Для нас серьезные, а для них нет. Это, в общем, все хорошо. И если вы что-то захотите купить, и вам покажется это очень дорого, ну, такая страна. Вот, опять же, главное про доллары — это очень серьезный момент. Здесь у вас не примут доллары, если на них стоит дата выпуска до 2009 года. Почему-то про это никто не говорит перед тем, как вы туда полетите. Но при попытке что-то поменять, даже доллары где угодно, у вас просто не примут, если там дата выпуска доллара до 2009 года. Просто запомните это, и если вы туда соберетесь, приобретайте доллары здесь уже начиная с 2009 года и выше. Вот такая вот здесь интересная штука с долларами. Thank you.
пляж тоже есть, разделен лагуной так называемой, качельки вот стоят, вот, здесь волны не доходят, ну и там такая штука, здесь можно тоже загорать. Ну, с утра еще народу нет, хотя места занимают и уходят, но сзади слышен шум, да, это у нас... Вот этот вот уже выход с волнами и со всей подобной штукой. Да. Ну, тут такие виды. В общем, кому куда нравится, тот идет загорать. Не нужны волны, идите туда. Не нужны волны, значит сюда. Оман — это не просто страна, это еще и султанат, поэтому здесь правит султан, да, это Кабус бен Саид, вот он у них действующий правитель, естественно, после его смерти кто-то из его родственников станет править этой страной. Вот он с 70-го года здесь начал много чего делать, и помимо нефти, которая тут добывается очень много, еще и будет добываться, на этом, собственно, страна и живет, стали уже все больше и больше развивать туризм. Вот, и вот, например, с Алале много очень было проблем, и сначала надо было построить дороги, был издан указ, все это было сделано, и после чего начали строиться множество отелей. И отели в некоторых местах, они начали строиться только с 2010 года. То есть некоторым отелям там 3 года, некоторым там 2 года. То есть это практически все новые отели. То есть здесь до этого была сплошная пустыня, и ничего не было. Ну и обычно, да, город Салала, он не такой большой. Аэропорт находится практически в самом его центре. Где-то такое было, да, обычно аэропорт строится где-то сбоку города, так скажем, а здесь находится прямо в центре, и город обрастает вокруг этого аэропорта.
кого-то зима, а здесь зимы не бывает. Ну вот они, отели один, а дальше тут вот выход на другой. Здесь разделено все, чтобы волн не было, да, как лагуны так называемые. Вот. Вот так вот все здесь обстоит. Ну и горы. Это Оман. Почему-то рыбу ловить здесь нельзя, написано, да? Ну не знаю. Не каждого, наверное, получится. Вот здесь вот взять и все это и поймать. Очень интересное дело. Ну а так тут кораблики какие-то плавают. Вот. Выход к океану. Ну, может быть, повезет, удастся снять дельфинов, которые тут прыгают, но не факт. То есть постоянно сюда ходить, снимать неинтересно. А на закате, когда солнце вот это будет садиться, дельфинчики должны здесь прыгать где-то. Ну, не знаю, посмотрим, как это получится. И может не получится. Солнце садится, нет дельфинов. Не появились. Ну ладно, люди вон стоят. До сих пор ждут. Некоторые, но... Ой, уже поздно. Уже прыгать не буду. Они прыгают до вот этого вот, когда оно становится красным. Ну ладно, не судьба. Вечером здесь иногда очень-очень оживленно. Какие-то праздники устраивают и все такое. Ну и здесь местные приходят вот такие вот. Одни глаза видны очень много. Днем, если никого, то вечером очень-очень серьезно. Ну тут всякое кафе, я не знаю, продают духи. Кстати, о духах, кто в теме. Только для тех, кто в теме. В Омане есть такая штука, как духи, туалетная вода, амуаш называется. Она экспортируется только в ГУМ и в ЦУМ в Москве. Стоит от 22 до 24 тысяч рублей за 50 миллилитров. Ну вот такие вот, где глаза только видны,
А вот там мимо них проходишь, вот этот вот аромат. Они это покупают, и это здесь выгоднее, потому что они только в Омане производятся. Вот, если здесь покупать в аэропорту, для тех, кто в теме, кому это интересно, выйдет порядка 12 тысяч за 50 миллилитров. Вот, но это в столице, в Маскате. Здесь в Салале не знаю. Посмотрим, когда буду уезжать. Будет или не будет. Они как и мужские, так и женские экспортируют. Так что все это можно здесь купить. В аэропорту города Салалы можно приобрести, да, эти все-таки духи Амуаж в Duty Free, там есть специальная секция, так скажем, для вот этого всего. Любой турист, так скажем, который уезжает уже, оставляйте деньги на это, если вы хотите приобрести. $225 стоит 50 миллилитров, есть там $235, $260, ну, в общем, в зависимости от того аромата, который вам надо. Так что с этим все в порядке, и спокойно вы эти духи сможете приобрести. Ну, а так, в принципе, подвести, если итог небольшой, то лучше не экономить, лучше заранее все купить, в плане все включено, чтобы у вас было, нигде не тратиться, и тогда не потребуется, да, много финансовых вложений уже здесь по приезду в эту страну. Лучше позаботиться об этом заранее, чтобы у вас все было, ну и какую-то мелочь там возможно потратить уже на что-то, если этого требуется. Вот такая вот страна, все приветливые, все улыбаются, все вам рады, очень много иностранцев из России, это только возможно в будущем будет набирать обороты, может не будет. Все это будет зависеть, естественно, от ситуации в финансовом плане у населения и все в таком духе. Ну а так, страна дорогая, страна интересная, страна не похожа на другие какие-то страны арабские, что-то в ней такое есть интересное. Ну, вот на этом я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Смотрите дальше. Может быть, я окажусь еще в какой-нибудь стране когда-нибудь. Ну и узнаем из этого, что там хорошо, а что там плохо. И всем пока!